Завтра, 15 октября, в стране стартует всероссийская перепись населения 2020. Первая цифровая перепись будет проходить в течение месяца до 14 ноября. При этом по домам переписчики пойдут только с 18 числа. Сейчас все силы брошены на организационные моменты. Подготовку переписчиков, проверку адресов и освоение современной техники, планшетов. О том, как готовиться к переписи в автозаводском районе Челнов, расскажет Ферния Сулейманова. 318 переписчиков и 53 контролера. Столько людей будут задействованы в автозаводском районе для осуществления переписи населения. Контролеры уже прошли обучение. Сегодня оно стартовало для переписчиков. Им раздали рабочие инструменты, планшеты. И первым делом здесь нужно разобраться с интерфейсом. Получается, вроде бы разбираемся, но нужно время разобраться. Так-то все понятно, доступно. Сложнее с бумагами, наверное. Тут все легко, просто нажимаешь, готовый ответ выходит. Все нажимаешь, все доступно, все хорошо. Отличие электронного носителя от бумажного – он помогает переписчику не пропустить важных вопросов и пропускать ненужные. К примеру, в электронном виде мужчине не зададут вопрос о дате первых родов. В бумажном же переписчик обязан был читать все вопросы подряд. Для меня это вообще первый раз. Действительно интересно, как это все проходит, потому что раньше было все в другом формате, в бумажном варианте. Сейчас это все перешло более в современную, то есть у всех все выдали планшеты. Всего по Челнам будет работать 964 переписчика. У каждого в планшете только те адреса, по которым он должен будет пройти в течение месяца. Кроме того, перепись будет проводиться через сайт госуслуги, в МФЦ и на стационарных участках, адреса которых можно узнать на сайте страна2020.ру. Всего в городе будет располагаться 42 стационарных пункта. В автозаводском районе их 14. Располагаться они будут вот в таких опорных пунктах. Сюда люди могут приходить для прохождения переписи в случае, если они не хотят пускать переписчика домой. Переписчикам для выполнения общественной работы не придется оставлять основную. Заниматься переписью они будут по вечерам до 20:00. Есть такая услуга для переписчика, который проживает не по месту переписки, условно ГЭС, Сидоровка, там Зябь. В вечернее время добираться проблематично будет. Чтобы доставить переписчику, у нас будет курсировать такси по проспектам. Для освоения новой временной профессии переписчикам дадут 3 дня. С 18 октября они начнут собирать информацию у населения. Ферния Сулейманова, Тагир Бикметов, Челны-24.